Ночевали на этом ивенте от ИТУ. Еще резидент с пятницы. И минуты на две. Ой, я спекнусь. Ой. Ай, той Скарлетти. Фу, перепутала. Экстрим. Экстрим кто? Ладно, давай пока его кикнем. Что ты там говоришь за Эмрату? Персо. Стащил. Персонажа купил человек, которого я знаю. Нет, на нем же раньше другой пацан играл, друг мой. Да. Сейчас другой человек играет, который персонажа купил. А до этого украл. Ну, может кто-то украл его? Ну, потом продал. Ладно, все готовы. Макроса не будет, пуляй. Но этого человека давно знаю, он мне с персов тоже давал. Не, не играл. Тот, кто сейчас сидит на Эмрате. Росары. Ник. Факт. Везде сок с метка. Да, тут буря так захилит. Да, я забыл, что у меня 23 хп, а не 36. Ладно. Олег, не заменил еще? Ты экстримка? Да. Нет. Руслан убьем. Сейчас будет страх. От лужи отбегайте. Мели сунели. Давай, Сакура, веселочка. Рост. Thank you.
этого аппетит. Я пока не могу прочитать это заклинание. Как вам такое? Страдайте же! Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Завалить? Нам уж завалить. Надо подать гематхил и выжить. Минус один. Ты чего? Или надо кому-то лично на мой спек? На успех. Как он защитника? Ну ладно, это на защитника или на шею? Ну хорошо. На ух. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Я пока не могу использовать эту способность. Так, дайте пойти к стринке. Да, я уже передал там нашему. Что, агро? Хилы тут? Агро. РДД правую, медики левую. РДД, играем в кружок. Отойдите от кружка. Так, Эдж Поч, тяни звезду, и протопалы будут танчить, остановишь. Простите. Мы играем звездочку.
Нет, связь будет с... Против. Да, теперь. Даже бьет вихрем. Вам оба в рейде без ДЦ, это 90% ХП сносится по рейду. Все уже не вытягивать? Да, не надо, там один выпустился. Таня, сейчас я тебе рыжу. Сейчас прибудет ее подкрепление. Давайте бафу попала. Стоп-баф, каску, крест, кулак, интеллект. Восстаньте, чемпионы серебряного! Жалкие невежи. Я отвлеку ее на себя. Верните наши... У меня есть хилы и плюсики. Вы в стиме зарегался? Вам помогли здесь спалить. Да проще ману выжечь, и может помогут и кастанул бану. Паладина, хила есть? За Фукасаку будем летать. Есть у кого рыба? Кушаем рыбу, значит, два ршама, холипал, хилит. Войд хил, хилит я, хилю Вальку. Джерри, он давай тут в ДЦ, похилишь рейд. Джерион. Я могу тут холипал спекнуть, по идее. Надо? Спекайся. Только подождите, я джипса поставлю, шмот возьму с банка. Тогда я поставишь ауру коня еще. Ауру коня у кого-то стоит же? Ну, он не будет залетать. Не будет залетать в порталы. На криле же. Да, я забыл, что... Холипал поставил. Да, по-моему. Я понял, уже повтыкал. А мне что, хилить Вальку или я на рейде буду? Рейд, можешь Вальку подхилить тоже. Ну, только не заходя в портал. Можно сейчас команду подхилить, ребята, секунду. Дайте им иннер, да и все. Дайте все иннеры. 40 тысяч маны, блядь. Так нормально, тут 4 друида. А каску там можно? Что себе каску ты можешь кинуть? Все, у тебя а частицу на кого кидают? На Вальку или? На Вальку, да, и возле нее становись и хили, если у тебя есть символ света небес. Чек на пол.
Вот хил, тут интоксикация. Погнали. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Наблюдение, главное следите. Залечите мои раны. Давайте под жопой собираемся. Я немного вылетел. С левой стороны. С правой стороны. Да, четко летаем. Это будет хил, а не резидент. Что-то делает не так. Опять понюжу. Там, смотрите сами, у меня стаки пропали. Ну тогда еще раз. А ладно, 80%. 5 единиц на хп. Там паладин руки кидайте. Так и спали. Бля, я просто как-то не понимаю, как все залетели, все в разные стороны сразу. Там два миллиона дохиливать, уже никуда не заходите. Квест пойдем здесь. Квест берем. Пин. Че у меня? Так, я на трэш припеку, и мне надо на 3 минуты отойти.
Кольцо. А, может кто-нибудь Джирсу поставить, пожалуйста? На окна. Не-не-не-не, у меня есть такая. Нет, я Скарлетт отдам, у меня вторая пара. Я все время забываю, мне, кроме Пепина, надо же с Леди кольцо, да, ведь? От танка. Вот у меня Пепина и с Леди, да? Или с Вали? Не помню. Смотрите меня. Короче, я отошла. Классно, с ума. Он же добежал. Кристы, давайте по скиллу Финда выпустите на этих пауков, а потом направьте на дракончика. Да, и на пульте, на этих пэтах мистерии киньте, чтобы больше дамажили они. Thank you.
Я тут. Беги, готовься окова кинуть. Угу. Начинай спамить. У меня все время не получается. Давай, давай, сейчас. Потом кровоотвод и еще раз. Как ЛПшки, только оковы. Паунд нажми. Ты ёкарный папай. Еще раз паунд нажми. Жух, пух, хп, в смысле, когда это, да, ну, две работы. Это мы убираем. Ваня. Давайте со ступенек. Хули, пал, ставь свою ауру. Зачем вы сюда явились? Почему? Слов у него. Резидентес. Кристобаф. Косак у Ваня готов? Да, готов. Да, запускаем. Нормально? Прожми ироническое и прожми пару раз ВП. Он опять сальвус, что ли, вообще не понимаю. Блин, это, наверное, промах ЛП, и она мне прожала ироническое и не на пуле или босса. Ну, не знаю, может не на пуле или еще что. Ну, еще и фрост шмот. У Скарлетт власть. Власть, да, стоит. Побежали. Поселочка, прожми сакру. Вместе 1% хп. Смотрим метки. Передом. Метки вперед, дистанцию держим между собой. Прячемся. Бьем крайний слева, крайний справа. Зашли, короче, забежали за спину. Так. Слева падает, забежали. По центру падает. Не бьем центральные метки, там 100 тысяч осталось. Подбиваем крайний справа и слева. Вбиваете метки. Нормально? Да, нормально. Она сможет.
Нехила освобожденная магия. Еще на нас. Нет. Я ломаю стекло Inner Void. Сейчас будет притяжка. Отдадите мастер аур. Беги, малышка, беги! Бежали. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Бьем. Трепещите, смертные! На Синдре. Вот эти все души взлетит. Метки. Метки вперед, два хила в метках. Ранее слева, справа подбираем, пока справа падает. И по центру падает. Левее падает. По центру падает. Не убиваем крайний слева, справа, потом центральный. Все, остановимся в одну точку. На РДД зоне. Пизда, например. Махила. Не убегайте влево от рейда. Там дыхание идет, вы умрете. Базы сейчас будут. Все метки под босса несем. Прижимаемся, когда несем метки. Пошли на стаки. Супердру под босса. На границе. Вместе с фреймом прожми дубовую кожу. Собрали метку. Два хила сейчас хилят только. Летим в глуби. Метка на мне. Медики отошли, метку не разбивать. Сливайте мою метку. Надеюсь, я выживу. Сливайте быстрее, на мне нету стаков. Стой. Шарам под босса. Миники отошли. Килы нормально. Можете подхилить. Косаку под босса. Миники отошли в РДД-зону. Вливаем сразу метку. Под босса. Клиники отошли. Новая магия. Два хила с магией. Метку слить. Следующую метку не сливаем, будет притяжка. Небесный под босса. Клиники отошли в РДД зону. Небесный, прижми дубовую кожу. Метку не сливаем пока. Беги, малышка, беги! Начинаем сливать. Видим, как Менелтер хлопает в рейде. Почти в рейде. Он сейчас притянул. Тимка под боссом. Тимка под боссом. Мелики отошли. Мелики отошли в рейд. Давай метку. Метку вправо выносим. Прожму-ка я скрин. Как он не падает. Да. Ну, да, выноси в сторону. А мне если надо было только вправо. Ладно. РТД, бейте глыбу, миники, босса. Следующий под босса, а потом добиваем. Резидент из-под босса, милики отошли. РДД, слейте пока слева метку. Сейчас умрет ШП. Больше стаков. ХПС надо поднять. Накрыть в сторону. Да когда этот тренер упадет?
Попало, обоссанная триня. Чертов талисман, где шея? Квесты там возьмите. Точно. А у меня есть. Мать, какой у него пиар был, а вот, ребят, вот Джулиан. 23. Несправедливо. Несправедливо куда жаловаться. Там несправедливо. Справедливости нет. А сколько я уже? Четвертую неделю хожу престом. Двумя престами, ни разу не видел этот талисман. Будешь ходить целый год и не свалишь. Кто из вас не получал печеньку? Я как раз не брал. И еще роль напала, получается. Ты ролишь на ПИБ, получаешь напала, да? Да, на пристань нельзя, кас. Пошли дальше. Надо подождать. Ладно, по тактике. Той, ну, ни разу не убивал лича. Амнистии там, я ломаю стекло. Или убивали уже. Хорошо. Новия, хир, ты диспелишь чуму. РДД зона стоит в звездочке. Милли зона в квадрате. Чему мы выносим сразу по команде Рэла. Шаман, который диспель на 3 секунде, не жди, пока человек умрет. Небесный станешь ромбик, плота станешь кружок, веселочка станешь трусы, или сунели снимаешь иступление с ромбика. На переходках все присты, хант бьем сферы, в комнате все бьем духов. Перед вальками не разливаем осквернение, выносим лево-вправо. Интоксикация, Ваня, готовы? Да, еще такой момент. Пусть рога на поле первого-третьего гневного на переходке, а хан второго-четвертого. Крест по ханту, интоксикация тут. Интоксикация. Готово. Запускаю. Не забудь интоксикация повесить проклятие косноязычия на первой фазе, на второй на лича. На третьей тоже. Короче, на все. Горн, дунь. Замучил и погубил десятки тысяч душ. Ту-ду-ду-ду-ду. Дунул. Помогло? Мне не очень. Ты сил атаку мне повысил. Зато ману повысил. Строение повысил. Плюс 10 к скиллу. И минус 20 к удаче. О, что-то у меня лагает, хо-хо-хо. Понятно. Чую, Вольф будет хилом на следующем трае. Переживаю, у нас есть куча времени. Смотрим метку. Милли-зона ловушка. Милли сунели ромбик, снимаешь иступление. Ма 2 секунды встали звезду. Кто диспелил? Я диспелил. Там должен был Аршан второй диспелить, ну ладно. РДД перебежали, ловушка. Миленький ловушка, далеко бежим.
На 2 секунды. На секунду. Высоко. Миленький, ловушка, продвигайтесь. Да немного только. Трой шарку сейчас вылезет, заберешь. РДД перебежали. Сейчас будем выносить чуму. Чума, одна секунда. Квота чума. Процентов до переходки, ловушка на секунду, РДД перебежали. Так, давайте, протопал, веди на край, трэш, РДД тоже на край. Останавливайся, почмачка, сейчас будет ловушка, перебежали, все на край идем, одна секунда, чума. Глот, это чума, выбегай с чумой, диспель. Сейчас кину метку на моба, ты его заберешь на нем, чума, кружок забирай. Кружок забери моба. Кружок забери моба. А, давай гимн. Так, играем. Трэш. Я ломаю стекло инер по ноухиро. Пристыхан, ты бьем сферу. Ножницы, прожимайся, хорошо, хильте танка, ножницы. Давайте, 5 секунд, чтобы добить духа. Перку в центре быть. Заберите. Идемся по босса, звездочку становимся, играем в босса. Припал что-то станет? Я отходил. На Кирилле нет, пока не станет. По команде только. Жали звездочку. Играйте, валик. Герои как-то стали. А на Кирилле иди стань ромбик. Осквернение перед вальками не стоят, баш, осквернение. Все, ромбик выбегает, трусы добили, давайте рост пока не давать. А теперь давать? Давай, давай сейчас рост. Звезду встали, в спину лича, ни слева, ни справа, в спину лича встали. Сова там, хан, кто там, хан тоже забегает в звездочку. Искоренение лево-право выносим. Даешь сакру, мастера у паладина. У нас будет на первой вальке искоренение. Выбежали, выбежали. Аванс, блинк, блинк, прожми. Все, добежали. Играйте во все вальки. Кружок, ромбик сначала. Трусы, с центра всем выйти. Трусы надо добить, там РДУ. Сейчас будет осквернение. После скринения смещаемся в центр. Рейндж набрали по внешней дуге. Скринение на секунду, интоксикация, отлично. Идем в центр, звездочку становимся. Быстрее веди. Давайте звездочку. Опять вальки. Играем вальки через кружок. Кружок очень далеко стоит. Кружок, трусы. Старайся становиться в метку. Осквернение 3 секунды. Рейндж набрали, с центра всем выйти. На месте выйди с рейда. Осквернение. Последние вальки сейчас будут. Становимся так же. В точку в одну, в звезду. 7-5 секунд до валик. Вальки надо слить. Сейчас будет 3 вальки, потом сразу осквернение. Перед вальками не стоять. Сейчас веди лича за вальками. Играйте все вальки.
Осквернение сейчас будет. Осквернение, выйди. Играем в кружочек. Через кружок играем. Просвещенный ставим. Теперь все на край идем. 1% до переходки. Ромбик добить. Экстримка станет трусы. Трусы застань. Все, давайте все на край. Переходка. Так. Уайт Хилл, Джулиан, дадите... Нет, Джулиан, не надо, амнистия. Уайт Хилл, дадите гимноману. Тотемы поставим. Я ломаю стекло Иннер Фукасаку. Небесный Иннер Ноухира. Играю в кружочек. Сделай 3 шага назад, чтобы люди не умирали от зимы. Ромбик играем. Там воет, если вдыхнет рейд, в рейд моб, ты там гимн отхил дашь. Играйте в следующего духа. Кружочек играем. Еще последний дух сейчас будет и переходка. Олег, слышь, двери, а то скрипят и прям по ушам сильно. Не могло на старое. Эх, жалко. Добивайте, добивайте сферку, обдотайте лича. Можно в духа играть. Давайте все в духа. Молодец, половина регион. Небесный подымешь его. Давайте в звездочку становимся. Все юзаем звездопады, иссушение, магии, ледяное копье, ожог. Кан стреляет тоже в духов. Вары могут кидать молоток духов, ДК, лик смерти, ледяное прикосновение, паладины экзорцизм, длань возмездия, печать. Так, сейчас мы выходим из комнаты, будет осквернение. РДД играет духа, милики, босса. Или наоборот, как там Джерин говорил, я не помню. Давайте бафы по вару, пристабаф, кулак, каску. Так, смещаемся в сторону лича. РДД от лича отошли, сейчас будет осквернение. Только осквернение выносим не к духам, а в сторону, вправо, влево. Одна секунда осквернения. Вот, Джулиан осквернение. Отлично. Секунду будет навести? Нет, веди потихоньку. Веди в другую сторону. На следующих можно будет постоять. В ту сторону, ну ладно. Видишь, как звезда идет туда, веди. Скорбление не будет. И те сколько до конца доживут? Не знаю. Давайте звездочку. Поварная бомба рядом. Быстрее побежали. Джулиан 22% хп. Стоим здесь, там впереди бомба. Выход. Лич кидает осквернение. Мы смещаемся в звездочку. Духи идут на рейд. Все, сейчас лич докастует, и сразу ведешь в другую сторону, там, где мы раньше стояли. Не надо, ну ладно. Надо было так лича обладить. Я не понимаю еще, как тут водить, просто чтобы духов не задевать старых. Почему не надо задевать? Ты же танк. Осквернение Америки.
Небесное осквернение Мелизона. Стоим так, бьем. Будет комната. Последняя комната. Звездочку становимся. Каску повару дайте. Легко бежим. Иначе, как и я, будете навек пропущены этим проклятым клинком. Слышно. Вышли, осквернение, отбежали от осквернения, отбежали от духов, идем к звезде. Отбиваем меча. Круто упал до слабаков, чтобы дух хлопать. Шаман. Сейчас, может, мы с таким настроем в РС пойдем, так же, с первого трая, за 4 КИП. Как не за 10, блядь. За 4 у нас со вчерашнего дня условия новые. Ну да, мы не поменяли. Кто-то РЛит, мы получаем 4 КИП. Давай, если ты проэрэлишь. Нет. Ну тогда не будет 4К. Я могу ГП кидать людям, если я буду рэлить? Ну, если не слакаю, то да. Соблазняюще. Ладно. А кто у вас сейчас халипала четвертый раз? Вчера была проблема с Напулом. И, наверное, с танком, который танчил трэш. Илы часто умирали. Кот Вар, который бил трэш сипу. Смотри, как я буду превращать воина. Они повергнут этот мир в пучину хаоса, а сирот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Так. Мне по душе это ирония. Это получается, когда я веду от духов спиной к духам старым, я их еще и хлопаю. Получается так, да? Так, вроде было. Джерион не бил сферы. Бил только Хант и 2 ШП. Амнисти тоже не било. Понятно, Джерион. Слышно, слышно. Артас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Вот я стою, как лев пред агнцами, и не дрожат они. Это не паш бесшенный, это рейд сладенький. Поэтому на фоне его он такой дешевый, кажется. Ну как, относительно слабее там 15-го года адепта, например.
внутри нас. Фу, какие стрёмные печеньки. Нормальные печеньки. Ни одного защитника. Ой, стой. Не твои, вот ты им видишь. А, точно, это же мои. Где мой прошлый рейд? Кролика лоу. Я защитника все жду, капец. Походу не ролила еще. Они, наверное, не падали.